Мистер Пропер веселей, дома чисто два раза быстрей. Мистер Пропер веселей. Ах ты грязь. Блёха, размазался. Все разваливается на части. Да я вижу. Ко мне. Я слышу. Так, ух ты, нихера. Лёха там ребра, наверное, сломала просто. Видел, как он обулся. Фрэнк, ты жив? Хера не вижу просто. Пойди отсюда. Да пошел ты. В смысле? Я в упор с этого, с ружья, с дробаша в него выстрелил. Смысл? Да куда ты все... Ой, ты что сделал? Я хотел, короче, это... спрятаться. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить GTA 5. Так, мы с вами нашли пожарную машину, нашли машину для отхода, что-нибудь, две одинаковые стоят. Окей, ладно. Так, теперь нам, у нас, в принципе, все готово, остается только... Это что, это вот это ограбление, да, получается? Налет на бюро, ага. Налетное бюро. Так. Франклин на один. Ну, короче, это, наверное, одно и то же. Налет на бюро. Одно и то же задание. Короче. Сейчас мы с вами отправляемся. Делать дело, которое мы с вами планировали. После этого я так предполагаю, что будет. Уже ограбление федерального хранилища. Ну, в принципе, неплохо. У нас такая же тачка для отхода. В принципе, неплохо. Она вроде как и не слишком медленная, как бы я сказал, да, такая вроде как и скоростная, и по управлению нормуль. Вот. Поэтому я думаю, пойдет. Ну и вместимость нормальная, все влезут. Ну я так думаю, что все на ней не поедут. Тут он, наверное, пожарки. Кто-то на пожарке, кто-то здесь. Кто как? Привет, как дела? Неплохо, учитывая обстоятельства. Я собираюсь ограбить правительственное учреждение, а между тем мой бывший друг Пихопат хочет меня убить. А так, да, лекарство действует, жизнь прекрасна. Ну, именно. Франклин нам все достал. На, вот, надень. А что потом? А потом отправляйся туда и устрой поджог похитрее того, что мы готовим тут. Так, я так полагаю, одной свечкой и занавесками там не обойтись. Верно. У тебя там будут подрывные устройства, и все надо правильно разместить, чтобы доступ к серверам у нас был. И здание не рухнуло. Когда выйдешь, подрываешь бомбы, встречаешься с Франклином и остальными, мы перехватываем вызов. А вы изобразите пожарных. Хорошо? Ясно. Ага, ясно. Звучит, конечно, по-дурацки, но, учитывая обстоятельства, ничего лучше не придумать я не мог. Да, и ты, если помнишь, сам выбрал такой вариант. Брось. Вообще прав был Тревор. Ты и правда нытик. Иди ты нахер. Только после вас. Не надейся. А, нам же сейчас, мы же это, сейчас будем полы мыть, да? Я же выбрал это... Путь уборщика, короче. А кто из них будет? Франклин будет этим пожарником? Пожарным? Франклин, и там еще двое, да, каких-то?
Эм, что там за тема с бюро? Все как договаривались? Расклад такой, я ухожу туда под видом уборщика. Берри, Дэрил, Джонс и Хью Уэлш лучше садитесь в пожарную машину и... Ладно, я их прихвачу. Я бы не отказался от более опытных людей, но да чё там. Позвони, когда выйдешь. Ну, в принципе, а чё там опытного? Чё там опытного, да? Мы же не на пролом пойдем. Если бы мы шли на пролом, то надо было до опытных там каких-нибудь там типа, чтобы стреляли метко там еще хоть. Так. Поверху надо. Чтоб стреляли метко там еще и т.д. и т.п. там что-то делали, короче. Так. Изобразить пожарных, я думаю, они смогут. Я думал, автоматически идти. Первый день на работе? Иди прямо через турникет. Окей, мэм. Окей. Они постоянно меняют подрядчика. Ребят, вроде меня постоянно теряют работу и соглашаются на меньшие деньги. Ладно, проходи. Так, доберитесь до лифта, окей. Внутрь я проник. Теперь нужно до лифта. Я так полагаю, мне надо будет заряды, да, установить. Чтоб никто ничего не видел. Так. Ага. Комната уборщик. Че, реально я буду полы мыть? Идите к офису. Ну ладно. Карточка есть даже. Так, мойте пол. Реально. Так, поставить ведро. Сейчас мы тут красоту наведем. Мистер Пропер веселей. Дома чисто два раза быстрее. Мистер Пропер веселей. Ах ты грязь. Бляха, размазался. О, водичку надо окунуть. Как там? Чаще выжимай тряпку, да? Те-т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 е. Установите бомбу в шкафчике. Как вам в шкафчике? Так, гляди. Наверное, надо ведро взять. Нет, не берет ведро, что ли? Окей, на всякий случай сейчас окуну. А, нет, не окунается даже. Ничего вообще не делает с этим ведром больше. Два раза шваброй махнул. Вот они уборщики, да? Два раза что-то махнул и все. Так, вот так. Так, вот так. Возьмите ведро. Че там, следующий офис? Мойте пол. Мойте пол. Так. Ни хрена там. Видал, сколько точек там. Видал, сколько засрано всего. Мистер Пропер веселей. Так. Выжил. Макнул, выжил. Макнул, выжил. На-на-на-на-на-на-на. Так, я ведро могу взять, это туда-сюда ходить с ним. Ну, без него. Туда-сюда. А? Возьмешь? О, все, отлично. Бегать из одного угла в другой. Из одного конца в другой конец. Это. Жёстко. Так. Фоточки. Так, оставлю это здесь. А ты уже в этот тыкал туда и выжимал.
Че это? Первого как-то убрал. Во, другое дело. Установите бомбу в туалете. Так, пойду в воду. Солью. Почему? Если засидеться на работе допоздна, можно увидеть мертвецов со швабрами. Ладно, ладно. Я ухожу. Мертвецов со швабрами? Окей. Так. Хлоп. Возьмите ведро. Да, где мое ведро? Леха. Смотри, как засрали тут. Засрали. Окей. Так, отнесите швабру и ведро обратно в подсобку. Да. Здесь я пройду, да? Еще один уборщик? Прошлый умер от инфаркта или его просто... Ты смотри, мне тут помытому не ходи. Понятно. Ну то... Знаю я вас. Знаю ваши привычки по помытому всегда ходят. Так. Че, двух бомб хватит? Достаточно будет, что ли? Идите к лифту и покиньте офис. Ништяк. Я так полагаю, надо выйти, да, из здания? Выйти из здания, взорвать. Угу. А потом... А, ну, наверное, скорее всего, я переоденусь в пожарного и... В виде пожарного уже сюда прийти. Не перенапрягайся. Да, мы тоже скоро уходим. Окей. Вот и день, кстати, смотри, пролетел, да? Быстро. Заряд установлен, я вышел. А, нет. Я-то думал, это. Я тоже сейчас переоденусь. Эй, чувак, мы ждем за углом. Твое снаряжение... Так, народ понеслась, готовы к налету на бюро. Кто еще может похвастаться тем, что взял штаб-квартиру ФРБ? А, ну, да, я так полагаю, сейчас я переоденусь там, в машине прям. И все. Фэн, взрывай зажигалки, а я пока надену костюм. Используй телефон для детонации С4. А не надо было там отъехать куда-то? Так, не совесть, транспорт отхода, понятно. Так, взорвать, наверное. Взорвать. Ни херово так. Ого, там мы были ближе к месту происшествия. А, я думал, он стал-то рядом с этим, прям с бюро, короче. За углом они стояли. Ну, типа, говорит, другие... В этот огненный ад не сунутся, короче, кроме нас. Стойте машину вон там. Идем внутрь. Так. Живо, живо. Это не учение. Все покинут здание. Быстро эвакуировались. Быстро эвакуировались из здания. Доберитесь до лифта. Так, я кто? Я Франклин? Да. Лифт, пошли. Ну вперед! Леттер сказал, что лифтами все еще можно пользоваться. Он что, закинул лошадиные дозы на анальгетиках?
Скорее всего, и то, и другое. Круто, спасибо, что разъяснил. Нужно перейти на другую сторону, затем по лестнице на последний этаж. Идем к дальней лестнице, затем вверх по ней до самого конца. Ясно, понятно. Ясно, понятно, я за вами. Ведите. Бригада. Идем на 6 этажей наверх. Серверная на 53-м. Осталось немного, поднажмем. Так, у меня еще кислород, смотри, как-то кончается, да? Ну, в принципе, он кончается не так быстро. Всего-то там чуть-чуть сейчас он закончился. Пятьдесят третий. Дерево где-то здесь. Так, заберите диск с данными, окей. Что, сюда? А где остальные-то? Че, они так быстро умотали, что ли, сюда? Эй, народ, вы где? Ни хрена вы? Хрена вы такие быстрые? Дверь заперта. Эй, прицепи к ней бомбу и взорви. Так, какую бомбу? Какой двери? А, вот сюда? Да блин, не попасть. Давай. Все, взрываю. Хорошо. Хорошо. Все пока идеально, все хорошо. Так. Нахера дверь вынесла. Так, диск. Фига, он так вырвал его просто. Он у меня, пошли. Видите, выйдите вслед за Майклом из здания. Все, валим. Все рушится, за мной уходим. Воу-воу-воу-воу, все рушится, смотри. Я думаю, все нормально должно пройти. Пошли. Черт. Ого, ни хрена себе. Чтоб меня, вот дерьмо. Все на соплях. Сюда, сюда. Эй, быстро. Шевелитесь. Следуйте за бандой. А чем так быстро-то уходит-то? Дверь заела, нужно вышибать. Ну давай, вышибай. Отойдите от дверей. Ну. Так, готово, вперед. Ух ты, нихера. Блёха, кто-то сдох, что ли? Там Джонс еще дышит. Черт, он погиб. Мы не вытащим его из этого ада. Придется его бросить, идем. Да ладно. А если бы я кого-то другого выбрал, то он бы не умер? Бляха, я нихера не вижу, куда они умотали-то? Здание рушится. Я вижу. Все разваливается на части. Да я вижу. Ко мне, ко мне. Я слышу. Так, куда? Здесь? Ты нихера. Леха там ребра, наверное, сломала просто. Видел, как он обул. Фрэнк, ты жив? Типа того, наверное, взрывом оглушило. Так, мы этажом ниже, но будь осторожен. Теперь направляется группа агентов, они знают, что мы не пожарные. Бляха, началось. Ой, ёпта! Че, мне стрелять надо? Да что мне не попасть-то оружие, которое я хочу взять? Бляха, я не вижу ни черта. Так, ладно. Нахрен ты это делаешь? В смысле нахрен я это делаю? Я это... защищаюсь. Все, здесь никого больше нет, здесь я один был. Бляха, я в этом дыму ни хера не вижу просто. Пойди отсюда. Да пошел ты. В смысле? Я в упор с этого, с ружья, с дробаша в него выстрелил. В смысле?
Он так руки только опустил и все. Так, ладно, понятно. Давай, вставай, так. Так, ружье. Давай, давай, иди, хорош. Все, очухался, Готов? Да, вроде бы. Хех, я не вижу. На. Второй. Так, добивной просто ему сразу. Чтоб не ожил в прошлый раз. Нихера вообще не вижу. Умри. И тебя вылечу. Ну, блин. У меня кислород просто половину уже нет. На. Уходи оттуда. Да я стараюсь уходить. Да в смысле дверь не открыть? Ух ты, бабки посыпались. Ну я уже в прибыли, кстати. Надо было парашют с собой взять, просто выпрыгнуть, короче, на парашюте. Это Фрэнк, парень, мы тут обойдем, следуй за мной. Так, окей. И ружье убрал. На плане здесь обозначена шахта лифта, вы могли бы по ней спуститься. Давай, камон. Прикинь, это какой, 50 там какой-то этаж еще. Прикинь, сколько это, если не на лифте, сколько надо спускаться. Ну, по-любому не успеешь. Все обрушится. Мать, так, а вот и выход. Нужно открыть эту дверь. Эй, помоги-ка. Давай, увидимся на первом этаже. Надеюсь, мать твою. Помоги-ка. Помоги-ка. Слово смешное такое. Ну-ка, помоги-ка. Ну-ка, помоги-ка. Так, спускаться. Спускаться быстрее. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ой, там что-то летит. Твою мать. Идем дальше, все супер. А мне как-то надо уворачиваться. Жесть. Ох, хереть, просто рядом. Это было просто рядом. Воу-воу-воу-воу. Ждем. Хорошо. Бляха, летит. Отлично. Твердая земля. Все, валим нахрен из этого здания. Ага. Пока оно на нас не обрушилось. Все, валим. Теперь надо только садись в машину, теперь только надо это, до машины, да, догнаться. Я так полагаю, сейчас пожарная машина, потом машину для отхода. Да чё встал-то? Зачем мы спускались, снова поднимаемся вверх. Так, где выход? О, отлично. Через минуту сюда приедут другие машины, мы сделали все, что могли. Все, в здание не входить, там опасно. Там очень-очень опасно. Так. Все, поехали. Ладно, поехали. Едем. Скоро все копы в этом городе начнут искать пожарных. Так что давайте снимем этот маскарад. Надо побыстрее добраться до машины и сжечь эту пожарную колымагу.
Делаю все, что могу. Ну да. Быстрее, чем она может ехать, я не это. Не ускорю. Так, все, мы приехали. Shit, I just don't want to run into something. Man, y'all don't want to run into Trevor, bro. That's who you don't want to run into. You're right. So, take us to our get out, avoiding the cops, the feds, and my dear friend Trevor Phillips. Я так полагаю, надо кому-то будет это. Try real hard, okay? Уничтожить пожарную машину. Ага. Сейчас мы уничтожим. Да бляха! Да что такое-то? Так, отошли все от машины. Теперь успокоился, погнали к Лестеру. Все, все сели? Отлично. Теперь надо валить, пока менты не приехали. Один из нас не выбрался, да? Жалко паренька, жалко. Рыка перестрался. Он точно выбрался, он точно умер. Ты подписывался на это дело, значит, должен был быть готов ко всему, к любому повороту событий. Hey man, it was our fault Darryl went down. Really? Why is that? Didn't you speak to the guy? Nothing was his fault, so it must have been us, right? I'll put it down to bad leadership then. I can tell you that, because the leader was dumb enough to take you in there. True that. Почти идеально. Не считая того, что у меня взрывом оглушило. Ну ладно, это ничего страшного. Так, в принципе, все прошло тихо, спокойно. Вот что значит хорошо спланированное ограбление. Так. Сюда, да? Пенчушка стоит. Вот и контора Лестера. А, конура. Контора. Контору сожгли. Я иду домой, чтобы все обдумать. Но что? Я не думал, что вас клонов снова увижу. Получилось! Это точно получилось, мать твою. Ну и как? Для смертельно опасного дела, во время которого мы выдавали себя за противопожарную службу в особо охраняемом правительственном здании, на удивление, неплохо. Ну иди сюда, давай. Извини, забыл. Забыла мои очевидные болезни? Бывает. Ну да. Ладно, давайте бухнем. Франклин, наполни бокалы. У меня тут винтажная самогонка. 100% что-то там деревенский спирт. Скоро мы будем мясо и начнем совершать инцест. Но то, что нужно, чтобы забыть все беды, я сейчас нажрусь дрова. А потом взломаю доступ к веб-камере и снова буду под свет за студентами. Я болен, понятно? Мне нужен отдых. Ваше здоровье. Чувак, ну и дерьмо, мое пойло. Так, парни, мне жаль отрываться от коллектива, но надо уладить дела с Дэви и его козлом. Серьезно? Пусть знают, мы для них это сделали. Есть доказательства, что это для них. Значит, мы можем с ними разбежаться, понимаешь? Ну так это может мне пойти с тобой? Не надо, отдыхай. Прямо сейчас. Чем раньше, тем лучше. Не поспоришь. Точно. И вообще, я хочу это дело закрыть. Когда я с Тревором разберусь, понимаешь? Вернусь к обычной жизни. Буду скучным, никчемным. И охренеть как ценящим каждую промежуток минуты петь на нектар, короче. Да, ребята, с вами тоже кризис среднего возраста, не так страшно. Окей. Ограбление состоялось. Налет на бюро. Окей. Теперь, я так полагаю, мне надо этому Дэйву отвести вот эти данные, да?
Мы взяли бюро, Дэйв. Я тебе ничего не должен. Да, не должен. Встретимся в центре Кортс, я хочу поговорить об этом. Я все, Дэйв. Выхожу из игры. Прямо сейчас. Уважаю твое решение, ты знаешь, я пытаюсь тебе помочь, но... Но то, что вы с Тревором нарываетесь на Мэри Уоза снова и снова, это очень мешает. Это дело Тревора. Да мне все равно, чьи, главное, что вы натворили глупости и не сказали мне. Мэри Уэзер, пастух, мой офис. Да? Ну ладно, я приду в центр Кортс. Черт. Твою мать, чё? Опять какая-то дичь. Опять все не так, как надо. Бляха, Трейвер со своим вот этим Мэри Уэзером наделал делов. Расхлебывай. Еще и дуется. Майкл за него тут проблему решает. Проблема решается, за что он натворил. А Тревор все дуется. Ну ладно. Посмотрим сейчас. Бляха, ехать-то далеко, да? Пипец. Может таксиху вызвать? Ну-ка, погоди. Может такси вызвать? Так быстрее будет. Кассатра. Так, никуда не уходите, один из водителей совсем рядом. О, зашибись. О, зашибись. Таксишку прям на трассе. Кто-нибудь вызывал такси вот так вот на таком вот этом? Прям ну, на шоссе, на магистрали прям на трассе. Так, это такси? Нет. Такси, такси. Где ты, где? Где? Чё ты там факаешь-то? Фа-фа. Фанит там едет что-то. Где такси? Совсем рядом, говорит. Я не вижу, чтобы он был где-то рядом. Эй! Бляха, я бы уже сам доехал. Такси, такси. А тут даже не видно, да, его? Чё-то какая дичь. Обманули, короче. Жалобу надо будет написать на это. На эту компанию. Уже давно сам доехал. Ой, сейчас что-то будет, ой, что-то будет. Вот прям в жопой чувствую, сейчас что-то будет. Вот. Просто так вот не отлипнуть же. Просто так не отлипнуть. Одно дело, блин, нормально проходит, знаешь. Думаешь, все, зашибись. И как всегда какая-то подлянка. Где ты? Чё там? Надо бы туда поворачивать, что ли? Оп! Как будто тут и ехал.
Бляха, засмотрелся на карту. А, это такси. Не жалко. Обманули меня. Так им и надо, короче. Я ремонтирую свои колымаги там. Так, мне в обсерваторию, получается, ехать, мне так кажется, да. Бляха, думал сократить, короче. Да, как обычно. Обсерватория получается. Дэви любит там встречаться. Или нет? А, нет, это не обсерватория. Я думал, обсерватория. Ну ладно, похоже просто, похоже. Защите Дэви. Я хочу то. Вот что-то не то. И тихо так. Не люблю, когда вот такая тишина. Говорит о том, что будет сейчас какая-то жопа. Лифта-то нет. Так, ну, аптека. Аптечка не нужна, вроде. У меня жизни нормально. Может, пушку приготовить сразу? Потому что что-то меня это настораживает. А не, он стоит. А, видишь? Дэви, вот почему мы такие друзья. Потому что мы люди старой школы. Нам нравятся все эти старомодные штуки, газеты. Хорошие ребята, плохие ребята. Мы друзья? Ну, не знаю, это ты мне скажи. Мы же сделали, как ты сказал, правда? Разобрались с теми людьми. А теперь ты выполнишь свое обещание. И отпустишь меня, да? Нет, планы поменялись. Возникла небольшая проблема. Да, Дэви, можно сказать так. Стив, я же сказал, что разберусь. А, ну да, ведь ты же так охренительно разбирался с другими делами. Ну да, признаюсь, я действовал нестандартно, мать твою. Ян Санчес, что-то арестуйте обоих. Ой, Стив, ты шутишь, мать твою? За многочисленные, мать их, преступления, какие только есть на этом, мать его, свете. Ладно, я перефразирую. Почему? Почему? Потому что ты ведь не хочешь, чтобы я давал показания о наших различных бизнес-проектах. Агент Санчес, задерживайте подозреваемого. Агент Санчес, не делайте этого. Стив, мы же договаривались, что поговорим с Майклом. Я объясним ему все. А это? Это плохо для всех нас. Ладно, ладно. Тогда опусти оружие, поговорим. После тебя, приятель. Ну ладно, а как же доверие? Хорошая попытка. Они знают или им кажется, что в этом деле замешан я. Ага, и теперь ты хочешь, чтобы я снова вытер тебе задницу? Да? А потом сразу примерил бетонные башмачки? Нет, уж хрен тебе. Уберите оружие, парни, праздник закончился. Вы в наших руках. Антиамериканская деятельность. Уберите оружие, все. А вы откуда, мать вашу? Они со мной. Ах ты, крысёныш, я знал, что у тебя кишка тонка. Для протокола, я патриот. Я люблю свою страну. Уберите оружие. Да пошли вы. Все мы знаем, что вы хотите увеличить свое финансирование. Джентльмены, уберите оружие. Что это за гандоны? Мэри Озер, мать его. Что они здесь забыли? Стив, убери оружие. Опять ту же ногу, мать вашу. Дерьмо. Вот это заварушка. Я говорю не просто так все. Охренеть, чуть народу.
бляха, там вертолет. Покиньте центр через балкон. Да бляха. Так, ладно. Через балкон. Ух ты, чётенько так. Чётенько так. Руб. Ничего, лица. Хорошо. Ты что делаешь? Ты куда полез? Так, ладно. А, вертушка? Вертушку взорвали, что ли? Нифига себе. Да куда ты все... Ой, ты что сделал? Я хотел, короче, это... спрятаться за нее. Ёх, опять их столько много тут. Так, ладно. Кунь, кунь, кунь. Бляха, эти цветы. Да куда ты все лезешь? Ты задрал уже лазить-то, блин. По клумбам-то, по всяким. Я говорю, спрячься, он залазит. Так, 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 так. Бам. Бам. Бам, бам. Так, хорошо. Через балкон. Отлично. Спасибо, я пошел. Жду фонтана во дворе. Типа Дэви типа на моей стороне. Я думал, тут все друг против друга. Опять вертушка. Мать твою. Ух ты. Ты сдохнешь, сука. Ух ты, а вот это поворот, Тревор. Да ну нахер. Эй, если кто и убьет тебя, дружище, это только я. О, пришел закончить их работу, Тей? Не-не-не, просто пользуюсь случаем. А теперь беги. Вот это просто неожиданно. Так. Че мне за Майкла опять что-то надо? Спуститесь во двор. Ай-яй-яй-яй. А тут в смысле? Так, Тревор, там прикрывай, ну. Раз взялся. Тревор, вертушка. Будешь там прикрывать? Ладно, сам разберусь. Спасибо. Все затихло. Нихера не затихло. Бляха, что такое косой? Беги, Майкл. Воу-воу-воу-воу-воу-воу.
Давай рещи-то. Макс Пейн на минималках. So tell me, Davey, who are these Bureau men trying to kill me? They're a corrupt division, gone rogue on the IAA payroll. Ну да вниз, да, вообще получит. Ноги в руки и беги. Я бегу. Пилот готов. Там готов. Там готов. Он еще бежит. Там готов. Все, бежим. Эхо, там еще две точки красные. Ай-яй-яй, аптечки. Куда мне? Сюда, вниз? А, блин. Так, в какую сторону-то бежать? Я заблудился, запутался. А, не наверху там, эти точки. Я правильно бегу? Да. Мне вниз надо, да? Ничего себе, фарш бьет. Мэриуэзер, война внутри США. Да бегу. Фонтан, 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 фонтан. This is so not cool. Вот дерьмо. Защитите Дэйва. Нахера мне это надо? Скажите, мне это надо? Защищать Дэйва? Ну в смысле, ты такой чё, хитрожопый что ли? В упор такой подошел ко мне. Дэви, ты дебил? Я думал, ты уже давно убежал. Просто пипец заварушка, да? Давай, 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 к машине, к машине. Осторожно там, Дэви. Ломбарда Морнин, доберитесь до места встречи в Морми, в Мурмур. Все, я поехал. Да заводись ты. Ну, в таком же паре мы еще не гоняли. Вертолет. Как они задрали. Ни хера себе. Все. Прощаем. Леха кролика убил. Кролик-то здесь при чем? Чего ломбарду какому-то надо? Так. Ай-яй-яй, кому-то во двор, короче. Ну, зато сократил немного. Тоже нормуль. Блях, я так и знал, что затянется.
Это было весело. Ты чё куришь, а? Не-не-не-не, это же вредно, ты же, ты чё, не знаешь? Ну да, конечно, наверное, это, что оказался на поле боя организациям, между организациями армии и наемников. Это слегка действует на нервы. Да, но ты все равно нужен нам живым. Ну, по крайней мере, пока. Но может, ты припас для меня еще один сюрприз, а? Может, ты завязал дружбу еще с какими-нибудь гадами? Ну, Дэйв все же в этом не виноват. Нет-нет, он просто симпатичный представитель продажного правительства, который хочет подняться с помощью такого же продажного мелкого бандита-говнюка. Слушай, Тревор, я хотел поблагодарить, знаешь, я собирался тебе сказать... Что куришь? Что ты собирался мне сказать, а? Что ты воткнул мне нож в спину? Или что ты был и навсегда останешься никчемным ублюдком, которого нужно прикончить? Да, тогда какого хрена ты появился? Ну ты же знаешь почему. О, нет. Одно, последнее дело. И если все пройдет нормально... То знаешь что? Тогда мне не придется стрелять тебе в голову. Но, если все закончится плохо, это тоже ничего. Ведь тогда мы с тобой вместе попадем в ад. Я буду целую вечность тебя мучить. Ну, значит, поработаем. Да, похоже на то. Звони Лестеру, поехали. По громкой связи. Эй, это я. Знаю. Как все прошло? Шикарно. Случайно встретил Тревора. Он мы теперь снова друзья. Он хочет устроить прощальные гастроли. Ладно, когда все будет готово, я с тобой свяжусь. И запомните, джентльмены, если все получится, мы войдем в историю. Мерзкую, гнусную, отвратительную. Но тем не менее, историю. Вот. Теперь ты счастлив? Прыгаю до потолка, мать твою. И не забывай, Амиго. Я за тобой слежу. На. Короче. Заварушка-то нехилая развязка. Заварушка нехилая была. Вот. Я вот так и знал, что сейчас что-то будет. Вот, блин. Я говорю, вот это затишье было... Как обычно, перед бурей, знаешь, такая. Вот. Ну, короче, все друг друга порешали. Дэви куда-то смотался. Тревор... Ну, Тревора я вообще не ожидал встретить. Просто не ожидал. Это было реально неожиданно. Да? Ладно. На этом буду заканчивать. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.